Нет, это не совпадение. В преддверии чемпионата мира по футболу Министерство культуры и портал «Путеводитель по Московской области» составили рейтинг самых благоустроенных городов Подмосковья. Мытищи среди лидеров, на второй позиции. Это отличный показатель, ведь рассматривались именно туристические центры, такие как Коломна, Дмитров, Зарайск, там, где ждут гостей из самых разных стран мира. В Мытищах подготовлена своя программа, свой маршрут, и вот его основные пункты. Наш парк – это, пожалуй, лучший парк в Московской области. Нам есть чем гордиться. Два театра – театр «Огнивый» и театр «Фест», которые входят в топ-10 лучших театров Подмосковья. Памятник Николаю II и храм Благовещения в Тайнинском – это, конечно же, тоже наша история, которая их потрясла. Музей «Соколиной охоты», музей областных народных художественных промыслов, храм Николы Чудотворца в селе Федоскино. Это, в общем-то, еще не полный список того, что мы посетили с турпорталом. Здесь столько объектов показа, которые потребуется осмотреть не один день. И вот путеводитель по Московской области, он покажет лишь вершину айсберга наших достопримечательностей. А все остальное нужно приехать и посмотреть. Конечно, приехать надо. И многие уже приехали. Целые команды болельщиков уже разместили спа-отелях на территории городского округа. И их интересует не только футбол. Сергей Берзин, Олег Степанов. Информационная программа «День».